Добрый вечер, Любовь Толкарева. Прекрасная актриса, замечательная вгиковка. Мы сейчас говорим только про вгик, потому что учились во вгике, правда, разные годы. Но мы подробно поговорим обо всем. Сейчас у нас картина. Мне кажется, надо сначала мне признаться, что это большая радость, честь и удовольствие быть здесь сегодня и начинать женские дни в Екатеринбурге, посвященные празднику весны, красоты и женственности 8 марта. Потому что после нашего фильма будут еще фильмы, насколько я знаю, тут обширная, целая большая программа. Вот. Поэтому для меня это большая радость, честь и удовольствие. Вот сейчас, пока мы пили чай, я как раз-таки рассказала о том, что я думаю по поводу того, что мы сегодня делаем показ в городе, покровительницей которого является святая Екатерина. И я не знаю никакого другого города в России, покровительницей которого была бы святая. Вот если вам в голову придет, подумайте, пока будет идти фильм, мы это обсудим. Но мне кажется, что в России это единственный город, который был назван в честь Екатерины I, второй жены Петра I, вот, и в честь святой Екатерины. Очень красиво и знаково для меня. Тем более, что я первый раз в Ельцин-центре, и мне здесь очень нравится. В Екатеринбурге я была много раз со спектаклем «Мастера Маргарита». Вот, а сегодня я привезла с собой своих коллег. Здесь слева от меня стоит Аня Михалкова. Кристина Бабушкина. Вика Толстоганова, Вика Исакова. Моя чудесная партнерша в Лукерье Ильяшенко. Поэтому вас ждет на самом деле такая картина, где очень много героинь. Все они очень разные, объединяют они... Объединены они женской энергией и женским, всеми самыми лучшими женскими качествами, за что женщину можно называть женщиной. Начиная от доброты, потому что без доброты, если в женщине нет доброты, она не состоялась, как говорят. Вот, и заканчивая все принятием верой и достоинством. Поэтому хорошего вам просмотра, а дальше вернемся уже с вопросами. Женщины тоже режиссеры здесь, и только один мужчина. Тоже будет повод поговорить потом. Ура! Вот, спасибо.